В январе 2018 года зима приходит и в жаркие страны. Так, в Саудовской Аравии прошли снегопады. В административном округе Табук, который находится на северо-западе страны, легкое снежное покрывало накрыло песчаные дюны. Несмотря на пониженные температуры, местные жители радуются выпавшему снегу. А что сейчас люди делают для того, чтобы этого не было? Да ничего. По факту ничего. Если это не так, ну скажите, вот любой из вас, что вы сделали вот с утра, сегодня, что вы сделали вчера для объединения всех людей, для того, чтобы люди стали лучше, чище, для себя, чтобы сам стал лучше, чище, честнее, для того, чтобы пробудить в себе любовь и уважение к ближнему. А зачем? Простой вопрос. Мне же так хорошо, да? То есть я должен бороться за то, чтобы накопить что-то, как-то выжить и тому подобное. Опять животное. Животное начинает доминировать в человеке в случае какой-то опасности. Это инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Но извините, если люди превращаются в стадо, то результат неизбежен. И об этом говорилось не только в Береке или Суфия Малаяром, об этом говорилось за много до них и не раз. История, она повторяется. И здесь не надо обладать даром предвидения или еще что-то для того, чтобы сказать, что будет. Опять-таки, мы об этом говорим и говорим давно, но слава Богу, да, сейчас нас многие слышат. Но многие, те, кто слышат, это песчинка на самом деле среди почти 8 миллиардов человек. Разве не так? К нам начнут прислушиваться более серьезно, когда заскрипит сапог. Я имею в виду Италию. То, что там произойдет, а мы об этом сейчас озвучим, вот тогда люди начнут задумываться. А может быть, мы правы. Но опять-таки, задумавшись, отвлекшись на что-то, человек начнет заниматься тем, чем обычно. Он не пойдет к соседу и скажет: «Сосед, а давай мы с тобой просто поговорим о душе, по душам или как угодно, вот просто по-человечески. Не с бутылкой «давай мы с тобой выпьем», а давай поговорим о вечном». Ну, можете себе представить такое? В массе. Тяжело, да? Вот Анечка даже заулыбалась. Потому что это действительно тяжело себе представить. Ну, тогда можно взять бутылку, идти к соседу и сказать: «А давай мы друг друга поменем». И это будет правильно. Это не крики «волки-волки». Это неизбежность, которая вот она за окном. Я проще скажу, не в моих правилах предсказывать что-то, давать прогнозы. Ну, я кратенько для уважаемых бизнесменов просто сейчас скажу, что я бы не делал длительных инвестиций во многие страны, но в том числе, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, в Японию, в Китай. Вот просто не делал бы. Я ничего плохого не имею, ничего не предрекаю. Это факты, которые не сотрешь. Да и вообще, что такое инвестиции, что такое деньги? Пройдет немножко времени. Бумажка, она останется бумажкой. Я же молчу об этих криптовалютах или еще что-то, это исчезнет всего одна часть. Что потом? Мы всего лишь говорим: люди, давайте любить друг друга, давайте быть людьми, достойными того, чтобы быть людьми.